Родился 21 октября 1945 года в Москве в семье советского литератора Сергея Михалкова и поэтессы, писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Старший брат Андрей Михалков-Кончаловский, в 1956-1959 году Никита Михалков учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории по классу фортепиано, занимался в театральной студии при Драматическом театре имени Станиславского. В 1963 году поступил в театральное училище имени Щукина. В 1966 году, будучи студентом 4 курса, принял участие в киносъемках, за что был исключен. Студентам в то время это запрещалось. Перешел на второй курс режиссерского факультета ВЭГИКа. В 1971 году закончил режиссерский факультет ВЭГИКа. Мастерская Михаила Рома. Дипломной работой стал фильм «Спокойный день в конце войны», сценарий которого был написан Михалковым совместно с Рустамом Ибрагимбековым. В возрасте 27 лет добровольно пошел на военную службу. В 1972-1973 году проходил ее на Камчатке и на флоте, на крейсере ТАВ. Михаил Кутузов, по словам сослуживцев, участвовал в художественной самодеятельности, регулярно выступал с концертами, собирая полные залы.